Кафедра лучевой диагностики. Развернутое заключение по МРТ пациента 42 лет. Дата исследования 29 октября 2019 года. За номером 29778. При МРТ головного мозга в аксиальной и сагитальной и корональной проекции получено изображение структур мозга по Т1 и Т2V в разных последовательностях, в том числе ФЛЭР и ДВИ, а также ИКД. Выявляются множественные очаги, преимущественно перивентрикулярные и перивенулярные. Размеры до 13 мм без отека и масс-эффекта. Некоторые очаги видны на Т1V, то есть старые. Часть очагов с признаками активности на ДВИ. В зрительных нервах очагов не визуализируется. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии и лейкомаляции нет. Субарахноидальные ликворные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз. Высота 5 мм, диафрагма седра уплощена, структура обычная. Патологии мозгово-мужичковых углов не выявлены. Стволовые структуры не изменены. Патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-силярная область без МР-признаков патологических изменений. В проекции мозгово-мужичкового угла корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметричны, не утолщены. Аномалии ЗЧЯ не определяется. Аномалии развития коры не найдено, архитектоника сохранена. Миндалины мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия. Просвет позвоночного канала не смещены. Отек слизистой обеих верхнечелюстных пазух. Таким образом, выявлен рассеянный склероз в стадии активности, для подтверждения которой необходимо МРТ с контрастированием. Заведующий кафедрой доктор медицинских наук профессор Холин А.В.